Здравствуйте, мои дорогие. Это событие реальное, я решил записать, потому что еду я сейчас абсолютно один. Абсолютно один. Транспорт абсолютно пустой, потому что в нем кроме меня никого нету. Кажется, это глупость, но если рассматривать подобные вещи под другим углом, то можно понять большую истину. Истина заключается в том, что по жизни мы абсолютно одни. Даже если мы пройдемся с вами и сядем на другое место, то мы все равно остаемся одни. Пока-пока.